Всем доброго дня, и вы на канале Будни Милка 70. Сегодня на завтрак у нас вот такие бутерброды. Домашняя колбаска, домашний сыр сулугуни. А еще у нас есть вот такие рулетики мы делали. С курицей, с курагой и черносливом, и с перцем чили. Два вида таких рулетов. А мы идем завтракать. Сегодня я вакуумировала куриные рулетики. Куриные рулеты у нас с перцем чили и с курагой и с черносливом. Вот так выглядят с курагой и черносливом. В серединке рулета курага. А так выглядят остренькие рулетики. Они с перчиком чили. Вот такие у нас рулетики. Заказывайте, кто хочет. Еще сегодня я буду делать ветчину и буду мариновать свинину на свиные рулетики. А это я уберу в холодильник. Три рулета у нас уже в заказе, поэтому остатки тоже разберу. Не разберу, значит, съедим сами. Ну вот, я наделала рулеты. Свинину мы покупали у фермера, но завтра мы будем, приняли решение убрать одну тёлку на мясо и одну поросюшку. Потому что у меня в заказах очень много колбас. Мне нужно успеть до Нового года их сделать. После забоя мясо должно 3-4 дня вылежаться, созреть, поэтому как раз новогоднему столу людям будут свежие колбаски. Ну и себе надо колбасок подделать. Рулеты куриные я завакуумировала. Все, убрала их в холод. Свой молочный холодный холодильник, который у меня для молочки. Здесь у меня рулеты с болгарским перцем сушеным. Вот его тут видно в дырочке. Внизу с черносливом заказали. И заказали остренькие с травами. Но остренькие я еще потом сверху присыплю острым перцем чили. А пока, чтобы не смешались и вкусы, будут мариноваться они вот так до вечера. Вечером я их начну делать, потому что завтра мне некогда будет заниматься рулетами, потому что завтра я буду заниматься мясом. Ну, оставайтесь с нами, смотрите, что будет дальше. Я замариновала рулетики, поставила в холодильник, пошла в обед поить телят. Эти телята пьют у нас два раза в день. Джерсики и Голштин. А наш маленький новорожденный пьет три раза. Ему надо набираться сил, так как он у нас приболел. Он в другой клетке у нас сидит. А эти сейчас отдыхают, кто-то жует, кто чем занят. Они хорошо подросли у нас уже, да? Мишелька. Мишелька. Ну да, они красавцы. Нашим джерсикам уже 2 месяца. Пьем мы еще молоко. И сегодня я им попробовала положить капусточки маленько. Сходила я в обед, напоила козлят телят. Пришла и сделала шевр. Вот такие баночки у нас получились. Вот такая красота. Эта баночка 250 грамм. Ой, вообще. Заливала я оливковым и растительным маслом вперемешку. Растительное масло идеал. А оливковое вот такое.